Люди, работающие в отдаленных местах, лесничие, нефтяники и другие. С какими жуткими вещами вы сталкивались на вахте? Люди. Я работал в летнем лагере бойскаутов. Каждую неделю мне приходилось вести большую группу подростков в дикое место, чтобы они получили значок мастера выживания в дикой природе. Им нужно было строить прибежище из палок, листьев и так далее, и спать там всю ночь. Место находилось всего в 1,5 милях от нашего основного лагеря, но мы проводили группу по кольцевому маршруту, благодаря которому казалось, что оно действительно находится вдалеке. Как бы то ни было. Однажды ночью все ребята уже организовали себе укрытие. Мы приготовили ужин и просто сидели у костра. Было уже поздно, в районе 11 ночи, поэтому я всех отправил спать и начал тушить костер. Внезапно вдалеке раздался звук, похожий на звон церковных колоколов. Звук был довольно слабым, но мы с моими напарниками четко его слышали. Он продолжался в течение 30 минут, а сам звон раздавался примерно каждые 30 секунд. Мы все немного напугались, ведь в радиусе 20 миль от нас не было ни церквей, ни городов. А после того, как колокола перестали звонить, началось пение. Оно было не столь громким, чтобы можно было разобрать слова, но звучало как церковный хор, только с большим количеством людей и большим энтузиазмом. На тот момент была уже почти полночь, пение продолжалось больше часа, иногда оно затихало, и мы едва могли его услышать, а иногда становилось таким громким, что нам казалось, что оно вот-вот будет совсем рядом. Все ребята сильно испугались, и мне пришлось успокоить их. Я солгал им, сказав, что в нашем основном лагере проходит церковное служение. Спасибо, Дим. В конце концов, почти в час ночи пение прекратилось. Несколько дней спустя я узнал, что в ту ночь всего в нескольких милях отсюда было большое собрание Куклукс-клана. Именно они издавали все эти звуки. Больше всего... Охуеть, бля! Концовка просто... Вообще никак не вписывается в это все. Всего меня испугала концовка. Лучше бы это были реальные призраки. Лучше бы это были реальные призраки. Учитывая, сколько лет этим призракам, велика вероятность, что они все равно будут адскими расистами. Поздно ночью, работая в шахте, я менял выключатель на подстанции на краю карьера. Только я и тихая комнатка, в которой легонько шумели трансформаторы. Я заканчиваю с выключателем, направляюсь к двери и вижу три пары красных глаз, уставившихся в окно. Больше ничего не видно, только тьма и три пары красных глаз. Оказалось, козам нравится смотреть в окна, а по ночам их глаза отражают красный свет. Теперь я ненавижу коз. Я много лет работаю. Не просто так их в пиктограмме рисуют. Ну да, дьявола изображают в виде менедесского. И тут я задумался, пентаграмма или пиктограмма? Пентаграмма. Пентаграмма. Пиктограмма — это другое что-то. Совершенно другое. Работал в Мексиканском заливе на нефтяных буровых установках. И да, это может не что-то совсем уж страшное, но мне было реально стрёмно. В глубоком открытом океане вода кристально чистая и прозрачная. Клёво. Так что можно наблюдать за тунцами и барракудами, плавающими вокруг буровой установки. Кстати, в ожидании стоп, того, как бортовой... Да потому что мистическое. Да, но я был бы рад, если бы они всегда делали на черном фоне. Так приятно глазам, так спокойно. Да мне только сейчас дошло. Что-то я не умираю, да? А я все уже не... Я не могу ничего воспринимать на это... На светлом фоне, что темные буквы. Мне плохо становится. Я могу воспринимать, но... Все равно такое себе. Твой повар сбросит в воду пищевые отходы. Время от времени из-под воды всплывала огромная белая акула и цапала своей пастью бедного тунца. И для этого ей требовались буквально доли секунды. Акулы реально пугающие. Я уже несколько лет работаю на севере Канады в нефтепромышленной сфере. Случаются довольно жуткие моменты, когда во время ночной смены понимаешь, что буквально пару минут назад за деревом стоял лось и наблюдал за тобой в течение какого-то времени. Или когда находишь медвежьи следы, пересекающиеся со следами, которые ты сделал 5 минут назад. Честно говоря, меня также пугает тишина заснеженного леса в мертвой ночи. Когда в радиусе 100 километров нет ни души, тебе становится очень стрёмно. При этом твой единственный контакт с внешним миром — это радиоканал, который нахрен никому не сдался. От всего этого ты чувствуешь сильное одиночество. Мне кажется, то же самое происходит и в космосе. В космосе тебя не убьют медведи, так что здесь хуже. Космические медведи самые страшные. Ну так-то да, в космосе тоже гнетущее, но ты там вряд ли будешь один, во-первых. Там свои страхи и прочее, но вот то, что тебя вот что-то внезапно прям мгновенно убьет, ну, можно опасаться чего-то, что на орбиту попадет там мусор какой-нибудь, и он тебя снесет.
Ну это фантастика, а там реально тебя медведь может убить, или лось, или еще что-нибудь. Я как-то работал курьером в одной почтовой компании, мне частенько... А, и самое главное, никакая дебилина, которая убивает людей, к тебе на космическую станцию не проберется. Вот, самое страшное — это люди. Самый страшный зверь — это человек. Ну да. Эти самые страшные. Я как-то работал курьером в одной почтовой компании. Мне частенько приходилось доставлять посылки в отдаленные места. Однажды я приехал в трейлерный парк, который едва попадал в границы обозначенной зоны доставки. Там было темно и особо не было освещения. Я не заглушил движок, не вырубил фары и свет в салоне и пошел отнести пиццу. Вернувшись и сев в тачку, я поднял глаза и увидел жуткого старика, стоявшего в метре от меня. Он просто стоял и смотрел. Я будто наткнулся на скример. Я проехал вперед, потому что нужно было сделать разворот, чтобы выехать из парка. Когда я развернулся, этот старик уже стоял посреди дороги. Я на секунду испугался, а затем объехал его, глянул в зеркало заднего вида и увидел, как он размахивает руками, прогоняя меня со стоянки. После этого случая я взял 2 недели отпуска. Ты напомнил мне про мой жуткий случай, когда... Живешь всю жизнь, стареешь, и потом ты становишься живым скримером. Да. Хотя некоторые умудряются после 30 ими быть. О, да. Работал курьером. Я тогда доставлял... У него просто, скорее всего, уже с головой не все в порядке. А может, изначально было с головой не в порядке. У него деменция или альцгеймер, я думаю. Продал продукты клиентам одного супермаркета в Англии. Многие наши клиенты жили в глуши. И в тот раз поступил ночной заказ от нового клиента, к которому я никогда раньше не ездил. Сильно задержавшись после предыдущих доставок, я все еще пытался найти этот дом. Было уже 10:30 вечера, а моя смена должна была закончиться в 10. Еду я, значит, по узеньким проселочным дорогам и понимаю, что вокруг меня ничего нет, кроме темных полей и лесополосы. Я пытался найти хоть что-то, что было бы похоже на подъездную дорогу. На протяжении многих километров я не видел ни машин, ни людей. Потом я вдруг услышал громкий стук с боковой стороны моего фургона, как будто в него что-то бросили. Вокруг не было ни деревьев, ничего-либо еще, с чего могло что-то упасть. Плюс это был стук именно в бок машины. Я посмотрел в зеркала и в окно, но ничего не увидел. Потом это случилось снова. Еще один удар в бок фургона. Я резко развернулся и свалил обратно в супермаркет. Сказал своему шефу, что не могу найти то место. Справедливости ради, я реально искал минут 30. По указанному адресу, почтовому индексу, никакого дома не было. Несколько лет назад на юге-востоке Аляски... Вот так призраки хотели покушать и не дождались своих продуктов. Мне кажется, это какой-нибудь отшельник или придурок какой-нибудь живой. Ну, придурок-отшельник, который живет не в доме, а типа на природе. Возможно. Ссылка — это крич, новый клип Брингов Трек, так себе, но в целом ном. LS Mix, спасибо за 150 рублей. Мы его, во-первых, уже посмотрели до стрима. Во-вторых, в правилах же указано, что мы не смотрим никакие музыкальные клипы в принципе. На стримах. Так что выбери что-нибудь другое. Не знаю, мне и трек понравился, и клип понравился. А остальное увидите в реакции, если она выложится нормально. Одним ранним утром я сидел в лодке, пришвартованной в одинокой тихой бухте. Я вышел на воздух покурить и вдруг услышал зубодробительные звуки того, как один дикий зверь убивает другого дикого зверя. Это продолжалось, наверное, минут 10. Я знаю, что это просто проявление природы, но, блин, мне все еще не дает покоя тот звук. Он отпечатался у меня в голове надолго. Не зря в документальных фильмах про природу вместо оригинального звука, записанного во время охоты хищников, звучит фоновая музыка. Раньше я работал в сельском хозяйстве по 10 часов в день, херачил... Вопли умирающих оленей, я похожа на детские плачи, жалобные такие. Господи, не дай бог слушать вживую. Ну, вообще, вопли кого-либо умирающего, это такая себе музыка для ушей. Поле в одного. Огромное количество раз я слышал звук бега, и я замирал и пытался обнаружить источник, но так ничего ужасного я не находил. Какое-то время я был уверен, что это животные, которые бегают в зарослях деревьев. Однако, как-то раз со мной произошел очень странный случай, когда я услышал громкий звук из зарослей деревьев, стоящих прямо рядом со мной. Я тут же рухнул на землю, чтобы увидеть ноги животного, пробегающего мимо. Но и в тот раз я абсолютно ничего не заметил. Помню, как я пытался сохранять спокойствие и очень быстрым шагом
человеком шел до толчка, в котором просидел немало времени. Никогда бы не подумал, что днем меня может что-то так сильно напугать. Поблизости не было ни единой души, отчего мое воображение неслабо разыгралось и пугало меня еще сильнее. Как охотник на оленей в прошлом, могу сказать тебе, что когда белки стаями выходят в лес, они могут издавать такие громкие звуки, будто бежит стадо слонов. При этом вокруг может быть полнейшая тишина, и ты их вряд ли обнаружишь. Я выполняю много разной работы по лесу. Утешил так утешил. Ну да. Самым жутким случаем было найти голубей без башки. А еще я находил ветки, разложенные по кругу, и разные символы на деревьях в одном и том же месте. Не уверен, было ли все это частью какого-то ритуала или нет, но тем не менее. А я находил алтари, раскрашенные деревья, пентаграммы, вытоптанные на земле, пентаграммы, сделанные из веревок между деревьями. Мне похер, молишься ли ты Вельзевулу или еще какой хуетой страдаешь. Главное, не сори и не уничтожай дикую природу. Я работал полевым геологом в глубинке, примерно в 12 часах к северу от Аделаиды. Как-то раз я ехал на своем грузовике и увидел что-то похожее на флагшток, торчащий посреди степи. Рядом не было ни фермы, ничего-либо еще, где могли быть люди, так что я решил подъехать и проверить, что это за фигня. Оказалось, что это была мертвая собака, проткнутая шипом вдоль всего тела. Зачем? Какого хрена? Типа от задницы до рта. Я сделал несколько фотографий и попросил своего шефа вызвать полицию. Но до конца своей командировки я все равно был в напряге. Думал, что в этой местности обитает какой-то маньяк. По случайности я стал таким жутким случаем для одного чела. Я живу на ранчо вдали от шоссе, от которого до нас ведет проселочная дорога. У наших соседей ближайший дом находится примерно в 1.5 километрах отсюда, если напрямик. Возникли проблемы с ворами, которые обкрадывали их хозяйственные пристройки вроде складов и так далее. Это была зима, так что солнце заходило довольно рано, уже в 6 вечера было темно. Короче говоря, каждый раз, когда я видел, что по нашей дороге едет какая-то тачка, я наблюдал за ней, чтобы они в случае чего не остановились у нас на территории. Однажды вечером я увидел машину, которая очень медленно ехала вниз по дороге и остановилась в конце нашей подъездной дорожки, примерно в 100 метров от нашего крыльца. Машина припарковалась прямо перед моим пикапом 60-х годов. Я сразу же подумал, что кто бы это ни был, он может захотеть его угнать или просто чекнуть, кто живет на этой территории. В любом случае, я решил надеть свое черное пальто, схватил винтовку и пошел разведать ситуацию. На улице было темно, так что я держался подальше от фар машины, чтобы подобраться как можно ближе. Подкравшись ближе, я уже точно мог понять, что это был белый фургон. Но кто и что в этом фургоне, я не видел. Когда нас разделяло 20 метров, фургон стал отъезжать назад и поворачивать на нашу подъездную дорогу. Может, это был фары тот чувак направились... с доставки супермаркета? На меня, и я замер посреди дороги. Я тут же увидел логотип FedEx на боковой стороне фургона. Я думаю, нет смысла говорить, что водитель фургона порядком обосрался, увидев темную фигуру, стоящую посреди поля в темноте, да еще и с винтовкой в руках. К моему удивлению, когда я улыбнулся ему и помахал, он не испугался и продолжил подъезжать к дому. После я объяснил ему всю ситуацию, и мы оба посмеялись. Я некоторое время работал на трофейных болотах. А потом он постирал свои труханы. Да, либо просто выкинул их. Борнео, изучал диких орангутангов. Мы выходили в лес очень рано, в районе 4 часов утра. Однажды утром на тропе, по которой мы шли в лес, мы наткнулись на дымчатого леопарда. Он просто присел, наблюдая за нами. Мы крикнули на него, попытались показаться крупнее. Один из местных жителей, с которым мы работали, вытащил свою рогатку и выстрелил в него камнем. Он специально промахнулся, чтобы отпугнуть его. Леопард не шелохнулся, он просидел там в течение 5 минут, наблюдая за нами, а затем медленно ушел с тропы в густые заросли. Когда мы проходили мимо, я посветил фонариком туда, куда он ушел, и я четко увидел пару сверкающих глаз всего в 3 метрах от меня. Он наблюдал за тем, как мы проходим мимо. Было жутко, но в то же время невероятно круто вживую увидеть представителя вымирающего рода. Какой он там, дымчатый леопард, он сказал, да? Но он, возможно, охранял свое, так скажем, гнездище. Ну, то есть, может, это вообще... либо свою территорию, может, это вообще была мамка и котят своих охраняла. Слышала, что кто-то шароебится рядом. Может, он осматривал владение просто и был не голоден, а просто, ну, человеки какие-то. Но я не думаю, что он решился бы напасть, потому что несколько людей, один леопард, это как бы... У леопарда, скорее всего, по его мнению, не было бы шансов. Ну, как бы да, да и вообще, в принципе, такие дикие животные просто так обычно не нападают на людей. А вот то, что кто-то выстрелил в него с рогатки, это была кромешная тупость. Мне кажется, наоборот. Видимо, это работает, раз это местный житель. А, ну, в принципе, да, может. Просто мне кажется, что он, наоборот, мог испугаться, увидеть угрозу и накинуться. Ну.
кошки более склонны к тому, чтобы убежать, если видят угрозу. В 2011 году я был на боевом дежурстве в лагере «Феникс» на окраине Кабула. Моя 12-часовая смена началась в 7 вечера. Около 2 часов ночи я услышал, как по ступенькам нашей сторожевой вышки кто-то бегает. У меня сразу же встали волосы дыбом даже на заднице. Я надел прибор ночного видения и начал молиться. Надеялся, что это какие-нибудь дети забрели не туда или типа того. Верите или нет, но бля буду, там были 2 или 3 пары трахающихся собак. Паровозик. Ой, сука, внезапно. Первая история с внезапной концовкой. И это с внезапной концовкой, блин, писец. Сука. Спасибо за просмотр, надеюсь, тебе понравилось. До скорой встречи. Пока.